Доброго времени суток, дорогие друзья, на связи Юрий, и в этом видео я хочу рассказать о том, как правильно использовать капацитор при занятиях на гитаре, зачем он вообще нужен и что он, собственно, дает. Это видео подойдет как начинающим гитаристам, тем, кто хочет сделать первые шаги к освоению гитары, ну и также подойдет тем, кто уже играет, но периодически сталкивается с проблемами растяжки, то есть поначалу не получаются какие-то элементы и уходит очень много времени на преодоление этих самых трудностей. И вот как раз капацитор поможет вам в этом. Итак, давайте приступим. Я советую тем, кто начинает, обязательно использовать капацитор, то есть выставляете его на пятый лад. И что он, для чего он вообще нужен, что он дает. То есть, когда вы играете без капацитора, то вам приходится тянуться рукой до первого лада. То есть, вне зависимости, какую посадку вы используете, эстрадную посадку или классическую, вам в любом случае нужно тянуться, это создает определенное неудобство на раннем этапе, и при этом формируется немного неверная постановка руки. То есть, как правило, можете даже обратить внимание, у многих начинающих гитаристов, если посмотрите видео на YouTube, то локоть поднят. Это вот грубейшая ошибка, когда локоть поднят, при этом плечо напрягается и устает. И поэтому его нужно расслаблять. При использовании же капацитора таких проблем не возникает, так как мы сужаем расстояние, то есть у нас фактически половина грифа уже задействована. И здесь, когда мы выставляем, например, третий и четвертый лад на пятой струне, то есть играем простой вот какой-нибудь блюзовый риф, такой несложный, то здесь уже автоматически формируется правильная постановка руки, то есть локоть, он уже автоматически расслаблен, то есть он уже даже никакого намека на то, чтобы его приподнять. И также пальцы. Так как все близко и удобно, то можно проследить за правильным положением пальцев, то есть округленные пальцы, обстановки левой руки я говорил в предыдущих видео. Так что для того, чтобы нормально начать и правильно, корректно играть на гитаре, я советую вам использовать капацитор. Ну и второй момент, то есть если вы уже играете на гитаре, но периодически сталкиваетесь с такими моментами, например, при разучивании какого-нибудь элемента, где ставится баррэ. Вот как вы видите, здесь указательный палец мы ставим на второй лад, а мизинец прижимает пятый лад на второй струне. И это достаточно такая серьезная растяжка. Даже если вы играете, может быть, полгода или год, у вас могут возникнуть сложности. И здесь еще палец должен играть, то есть вот. Типичный блюзовый ход. И как же здесь вам поможет капацитор? То есть вы, когда начинаете играть, то он может возникнуть вот такие без капацитора. Вот такие вот звуки. То есть вы не дотягиваетесь, ваша растяжка не дает дотянуться до пятого лада, и, соответственно, вы где-то прижимаете близко, и вот такие звуки могут возникнуть. И если вы слышите вот такие звуки, и у вас есть такая проблема, тоже так же вы можете выставлять капацитор, можете ставить на третий лад, можете на четвертый лад. Ну, допустим, я выставляю сейчас на четвертый лад. И здесь уже, ну, я надеюсь, вы знаете, что расстояние между ладами первым и вторым, и, например, седьмым, восьмым, оно гораздо меньше. Соответственно, здесь растяжки требуется меньше. И вот этот элемент можно разучить, поставив капацитор, ну, допустим, на четвертый лад. Да, звучать будет чуть выше, но вы спокойно сможете нормально отработать этот элемент, используя капацитор. Ваши пальцы запомнят, куда им нужно двигаться, и вы не будете испытывать вот этих самых проблем. И потом постепенно, вот я вам советую постепенно, то есть не сразу выучили, убрали капацитор и сыграли без капацитора. То есть постепенно, потом на третий лад отыграть. Потом на второй лад выставляете. И уже потом на первый. Ну, в принципе, первый и вообще без капацитора тут не принципиально. Тут расстояние достаточно уже широкие, поэтому можете с третьего лада сразу же переходить на игру без капацитора. Ну, вот такими
путями я советую вам двигаться. То есть, если вы начинаете, выставляете каподастр на пятый лад и играете все с каподастром, и потом постепенно сдвигаете. Если вы уже играете на гитаре и чувствуете, что есть какие-то проблемы с растяжкой, ну, конечно же, нужно заняться растяжкой, то есть сделать специальное упражнение, об этом я тоже буду говорить. Но первое время, конечно же, я вам советую использовать каподастр. С ним ваша игра будет более правильная, ваша постановка будет правильной. В дальнейшем, когда вы уберете каподастр, все вот эти моменты, связанные с постановкой руки, то есть локоть расслабленный, они останутся. То есть вы уже не будете вот так выставлять, то есть у вас, вы привыкнете, что локоть висит, он расслаблен, плечо расслаблено, и тут достаточно все удобно, оказывается, играется. Поэтому не торопясь, спокойно выставляйте каподастр, начинайте играть простые композиции. Ну что ж, я надеюсь, что этот видеоурок вам был полезен. Подписывайтесь на мой канал, будет очень много полезных советов, рекомендаций. Также исполнение всевозможных кавер-версий, новые аранжировки. Поэтому подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте. И до новых встреч. С вами был Юрий.